часами. Машины! Машины, фары, фонари и шины. Они слышат тебя, они едут и гудят. Помощники твои. Машины-помощники. Это грузовой самолет. Он такой огромный, что может перевозить внутри себя большие машины. Машины заезжают в самолет по трапу. Трап закрывается. Турбина начинает вращаться. Значит, самолет готов к взлету. Он выезжает на взлетно-посадочную полосу. Пора разгоняться и взлетать. Погода становится хуже. Начинается гроза. В небе молнии. Одна молния попала в турбину. Нужно срочно возвращаться в аэропорт и звать на помощь. Из гаража выезжают машины-помощники. Тягач. Подъемник. Пожарная машина. И манипулятор с захватом. Самолет молодец! Он почти долетел до аэропорта. Горящая турбина мешает ему приземлиться. Не получилось. Попробуй зайти на посадку второй раз. Как ты думаешь, в этот раз самолет справится? Ура! Приземлился! Пожарная машина едет тушить загоревшийся двигатель. Смотри, сколько пены! Турбину потушили. Теперь смоем пену водой. Отличная работа! Пассажиры в безопасности. Они выезжают из самолета. Тягач готов выполнять свою работу. Он везет самолет в ангар. В ангаре самолет будут ремонтировать. Манипулятор захватом снимает испорченный двигатель. Подъемник должен увести испорченную турбину и привести новую. Вот она, новая турбина. Загружаем. Новая турбина на месте. Ты знаешь, что самолет сам не может ехать назад. Выехать из ангара ему помогает тягач. Машины-пассажиры снова заезжают на борт. Погода улучшилась. Их полет точно будет безопасным. Машины-помощники возвращаются в свой гараж. Пора отдыхать. Завтра их ждут новые задания.
часами. Машины! Машины, машины, фары, фонари и шины. Они слышат тебя, они едут и гудят, помощники твои. Машины, помощники. В аэропорту начинается посадка. Разноцветные самолеты опускают трапы. А вот и пассажиры. Они приехали в аэропорт со своими чемоданами. Эй, желтая машинка, не отставай! Она очень долго собирает чемодан. Пассажирам пора занять свои места. Ой, осторожнее! Красная машинка полетит в красном самолете. Фиолетовая – в фиолетовом. Синяя машинка уже в синем самолете. А тебе куда? Конечно, в самолет зеленого цвета. Кажется, один пассажир остался без места. Нет, машинка, тебе не сюда. Твой самолет должен быть желтого цвета. Вот он! Желто-оранжевый самолет стоит на закрытой стоянке в ангаре. Чтобы вывести отсюда самолет, нам понадобится специальная машина – тягач. Тягач, выезжай из гаража! Нам нужна твоя помощь! А почему раздается такой громкий скрип? Что-то не так. Светофор. Стой, тягач. Сейчас загорится красный. Автомобиль остановился посередине перекрестка. Разве это правильно? У нашего тягача плохо работают тормоза. Эвакуатор повезет его в автосервис. Со сломанными тормозами ездить очень опасно. Поднимем машину на платформе для осмотра. Снимем колесо. Тормозной диск погнулся. И стерлась тормозная колодка. Ее надо заменить. И тормозной диск тоже. Установим новый диск и посмотрим, как все работает. Нажимаем на тормоз, колодка зажимает диск, и он перестает вращаться. Устанавливаем на место колесо. Ремонт окончен. Тягач может ехать в аэропорт. Желтая машинка уже устала ждать. А вот и наш тягач. Ура! Быстрее вывози самолет на взлетную полосу. Самолет опускает трап. Машинка уже на борту. Только чемодан забыла.
Теперь можно лететь. Счастливого пути! Самолеты заводят двигатели. Они разгоняются. И взлетают. Хорошего полета! Машины-помощники.